Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики моего канала. Сегодня хотела показать посылочки с AliExpress. Какие-то посылки пришли сегодня, какие-то пришли не так давно, но которые я уже распаковала, все равно тоже вам покажу. Так, эта посылка сегодня пришла. Заказывала я бусины. Вот так вот они упакованы были, еще не открывала я. Так, сейчас откроем, посмотрим. Вот такие бусины пришли. Это стеклянные граненые бусины. Здесь должно быть 50 штук. Честно, не помню, сколько стоит, но не очень дорого. Они очень хорошо переливаются на солнце. Можно делать всякие украшения в прическу или ободки обшивать. Так, такой цвет. Фиолетовый. Это бисер серебристый. Это белые бусины. Они полупрозрачные и маленько такие мутноватые, что ли, с таким желтым оттенком. Есть такие, только поменьше. Сейчас я вам покажу. Просто открывать упаковку не буду. Вот такие. Только это у меня получается 4 миллиметра, а эти я заказала 6 миллиметров. Вот. Кстати, на лунный камень похож. Кто знает, такой есть лунный камушек. Так, вот такие заказала бусины. Кстати, вот честно думала, они будут больше. Они такие маленькие. Переливаются, конечно, вообще классно. На солнце особенно. Здесь 100 штук должно быть. Но я не считала, в принципе. Мне кажется, все ровно. То есть обманывать не будут. Это такие же, только прозрачные. Тут вот, получается, они идут... Цвет АБ у них называется. Они идут с таким переливом. А эти обычные стеклянные, граненые. Вот такие. Пусть они тоже цвет АБ. Они с переливом идут. И вот такие серебристые. Так, это бусины. Так, еще вот такая посылка пришла у меня. Я заказала обниматели для бусин. Если, конечно, я правильно говорю. Вот такие. Здесь 100 штук. Тоже копейки там стоят. Здесь 200 штук. Такие симпатичные. Помятых, кстати, нет. Хорошо упакованы. Пришли все целые. Таких прям, чтобы сильно помятых, нету. Может, где-то частично там что-то. Так, еще вот такая посылка пришла мне на днях. Это я еще не распаковывала, но так посмотрела, вроде все в порядке. Сейчас при вас распакуется. В общем, это цепочка из трасс. Здесь 10 ярдов. Ну, как указал продавец. Я, конечно, не мерила ничего. И не буду, наверное, мерить. Так. 10 ярдов это примерно 10 метров. Ну, если я не ошибаюсь, конечно.
общем, вот такая цепочка. Конечно, очень красивая. Если вам видно, очень красивая. Она мерцает прям. Какая красота вообще. Тяжеленькая такая. Стоила она 350 рублей. Я считаю, что это недорого. Вот, кому интересно, ссылку оставлю под видео. Очень красиво мерцает. Маленько вот так на солнышко. Вообще красота. Такую резинку заказала. Она как леска идет. Как леска, только она тянется. Из нее можно делать браслетики. Очень прочная, кстати. 6 миллиметров. Ой, 6 миллиметров. В общем, прочная очень. Вот такие гребни мне пришли. Тут 10 штук. Все целые. Упакован хорошо было. Доставка отслеживалась. Очень хорошая. Все ссылки оставлю под видео. Кому интересно, заходите, смотрите. Так, еще хотела показать, какие бусины я недавно заказывала. Они пришли где-то недели две назад. То есть я их уже распаковала и разложила. Не терпелось мне все их разложить. Так, вот этот стеклянный искусственный жемчуг. Это 8 миллиметров идет. Такой тоже стеклянный искусственный жемчуг. 6 миллиметров и 4 миллиметра. Сейчас еще покажу. Тоже бусины заказала. Тоже где-то недели две назад пришли. Это вот цвет АБ. Они, ну, это у них так называется, цвет АБ. Я, конечно, не знаю, что это означает. В общем, они переливаются очень классно. Всеми цветами. Если, конечно, видно вам. Но вживую очень хорошо смотрится. Так, это 8 миллиметров. Вот такой серый заказала. Тоже переливается. Он серый матовый. Но сверху у него такой вот слой. Как бы с переливом идет. Тоже очень красивые бусины. Серебристые вот такие. Бракованные бусины попадаются, но очень мало. В основном все хорошие, упакованы все хорошо. Вот такие вот. Такая красота из них получается. Это вот один ободок. У меня их много. Сейчас, конечно, наличия нету. Ну и вообще, кому интересно посмотреть мою работу, можете зайти в мой инстаграм и посмотреть. Там и гребни есть, и веточки в прическу, и ободки разные. Вот, все ссылки оставлю под видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересных видео. Все, спасибо за просмотр.
Всем пока.